я понял. Не исключено. Я не знаю, ребятки, о чем вы, но очень может быть. Так что вы хотели спросить-то? Ну? А чем вы, йоги, занимаетесь-то? По жизни? Ну, хотя бы. А ничем, ребятки, не занимаемся. Главное, как говорится, чтоб с кармой его все в порядке было. А на остальное нам-то йогам, честно говоря, плевать. И на мировую революцию плевать? Не, ну не на мировую, конечно, революцию, нет. Но вот на все остальное точно плевать. Ну тогда ладно. Так тебя что, и инопланетяне не волнуют? Вот-вот. Как насчет угрозы инопланетного вторжения? И главное, ребятки, чтобы эти инопланетяне-то карму мне не испортили. О как. А так летают, и пусть все летают. Нет, что, я в нирвану иду и затаюсь там. В нирвану это хорошо. Главное, чтоб войны не было. А то ведь и в Волгалу угодить можно. Плевать, плевать. Ты, главное, в колодец не плюй. Пригодится воды напиться? Нет, увидит кто-нибудь и в лоб даст. А скажи-ка мне, друг пасечник, почему это нигде автомобилей не видно? Да нахуй! В смысле, зачем? Понимаешь, они нужны-то, эти автомобили. Сейчас у всех машинки перемещения есть. Буль джампера. О, как! Что, и у тебя есть? Так это ж, я ж сказал, у всех есть. А продай-ка нам этот нуль-джампер. Мы тебе баксов дадим. Так ведь нам-то, российским йогам, баксы не нужны вовсе. А что вам, российским йогам, нужно? Так это же ничего нам, российским йогам, собственно, не нужно. У нас все есть. А может, ты нам этот нуль-джампер дашь на время? На время, да. Отдавать когда будешь? Ну, поиграю немного и отдам. В смысле, отдам, когда он нам будет не нужен. Так ведь нуль-то джампер, это такая, понимаешь, штука. Он всегда, понимаешь, нужен. Нет, ребятки, нуль-джампер я вам не отдам. Эх ты, а еще йог. Да брось ты, Петька, тут на халяву не проскочишь. Вот бы нам такой нуль-джампер. Ну ты купите. Да где ж мы его купим-то? Здесь и магазинов я что-то не вижу. А вы у этих, у у негров не спрашивали, нет? Это ты про кого? Да есть тут черные, понимаешь, такие, как этот, как гудронные. Они тут всякой всячины торгуют. А они и носками торгуют. Да только вы у них, знаете, ребят, носки не покупайте. Дерьмо у них, а не носки, понимаешь. Не нукай, не запряг. Шутишь, да? Ну, шути, шути. Только, знаешь, со мной шутить опасно. О как! Да ты чё, Василий Иванович? Такая полруки отхватит и не поморщится. А может, поморщится, Петька. Откуда ты знаешь? Я тебе так, товарищ комдив, скажу. Тебе надо, ты выясняй. Догадываешься, Петька, что я хочу? Да что тут догадываться?
Сейчас скажешь. Вот так всегда. Ну, Петька, что нашел? А ничего особенного, Василий Иванович. Банка из-под гуталина. В ней гуталина-то на один ботинок не хватит. Ничего, Петька, ничего. Лиха беда начала. Небось, и гуталин пригодится. Я храбрёшь, я. А в чем, собственно, дело, любезный? Частная собственность, я. Вход только для черных, ну и для китайцев тоже. Не понял? Не надо, Петька. Видишь, какой он здоровый. Давай лучше договориться, попробуем. Ну ты и пробуй, Василий Иванович. А я с этим расистом разговаривать не желаю. Ну, чего вам? А может, все-таки пустишь по-хорошему? А то ведь ординарец мой Петька страшный человек. А чем же это он такой страшный, ё? А, не знаешь, то-то. Он ведь в Америке такое творил. Жуть просто берет. Ну-ка, Петька, расскажи. А ко мне такой один с пером подходит сзади. Так я его раз. А потом еще один с автоматом. Так я его с левой хрясь. А он бац, человек 30 положил. 30? Не меньше. Я как гляну, чуть со страху не помер. Везде кровища. И скальпы, скальпы, скальпы. А посередине Петька стоит с томагавком в руке и ухмыляется, так знаешь, нехорошо. Так что ты на того, брат, не задерживай. Томагавком это и я могу, я. А есть он у тебя, томагавк-то? Томагавка нет, зато есть трубка со стрелами отравленными. А ведь я, между прочим, белке в глаз попадаю, смотри! Прикинь, Петька, сидит белочка такая маленькая, пушистая, а он, гад, подходит и стрелу ей в глаз! Зверь. Ты белок наших лучше не трогай. Ты лучше по вомбатам стреляй. По каким еще вомбатам, Петька? Что-то я про таких зверьков не слыхал. Ну как же, о них еще песня сложена. Сейчас спою. А, вот. Горят самолеты и танки горят. Вомбат, йо, вомбат, йо, вомбат. Ну, не знаю, Петька, не знаю. Да и Кастанеда про это ничего не писал. Как думаешь, Василий Иванович, эта стрела и правда отравлена? Не знаю, Петька, я бы на твоем месте не проверял. А что, если мы этой стрелой да в обратную? Как думаешь, порешим бодигардой и пройдем? А если яд не подействует или промахнешься ты, куда бечь будем? Не знаю, Василий Иванович. Ты у нас голова, ты думай. Если я голова, то ты тогда кто, а? То-то. Бери стрелу и болтай поменьше. Василий Иванович, а тут кто-то обувь забыл. С левой ноги похоже. Не обувь, а черт знает что, Петька. Рваная какая-то обутка-то. А вонища, о! Да, сандалик не важнецкий, а шнурки прочные. Возьму, вдруг пригодится. Тьфу ты, и охот тебе, Петька, всякую гадость собирать. Смотри, Василий Иванович, а это, кажись, мерз.
Ну и что? В мерсах, Василий Иванович, в старину всегда что-нибудь ценное возили. Это что же, например? Ну там, кокса чемодан или денег мешок. Мешок, говоришь? Это интересно. А ну-ка, боец, глянь, что там в этом мерсе запрятано. Хотя нет, я, Петька, сам лучше посмотрю. Не доверяешь, Василий Иванович? Да не то чтобы не доверяю. Кокса нет, Петька. Денег тоже. О, отвертку нашел. Да только зачем она нам? Не скажи, Василий Иванович. Отвертка – штука ценная. Очень может быть, что пригодится. Здорово, служивый! Добрый день. Номер? В смысле? Ты о чем? Номер багажного места. Вы же с багажом пришли. За багажом? За каким еще багажом? А у вас тут что, багажи раздают? Дают, бери. Давай сюда багаж. Номер какой? А ты дай какой-нибудь без номера. Мне все равно. И так не пойдет. Без номера не полагается. Ну, бывай, служивый. А вот сейчас мы тут шнурочек натянем. Это еще зачем? А так, по приколу. Ну и что теперь? А теперь надо в дверку постучать. Ай-яй-яй, как же это ты так споткнулся-то? Осторожнее надо быть. Вот-вот, осторожнее и добрее надо быть, дядя. Хамить людям не надо, дядя. Тогда и падать будешь меньше. Правились, да, вдвоем, да. Да еще веревку натянули. Иди, иди, убогой. Поправляй здоровье. А может, зря мы с ним так, Василий Иванович? Может, и зря. Теперь нам точно на этом драндулете полетать не придется. Да и не больно-то хотелось. Смотри, Василий Иванович, какая-то трубочка валяется. Бери, Петька, если валяется, значит и не нужна никому. А спорим, Василий Иванович, на бутылку. Я эту камеру сейчас уделаю. Это кто тут такой с Чапаем спорит? Я, товарищ комдив, не спорю. Я просто так эту видеокамеру уделаю. Для смеха. Ну, уделал. Что ж ты не смеешься? Эх, Петька, Петька, тебе бы только что-нибудь разломать да испортить.